Всем хагасы мясаши, добро пожаловать на второй сезон рубрики «Бесконечная ферма в Майнкрафт». И да, так то, что вы, мои любимые подписчики, ничего не написали, то, что хотите вы второй сезон или нет. Мы с Фусей приняли решение, то, что мы будем начинать второй сезон. И чего же, чего же я хочу сделать в этом сезоне? Нам нужно восстановить город, который, да, ближе к сути этой истории. Я скачал одно приложение на мод на мебель из YouTube. Я его скачал и прихожу в мой мир. Раз, мод не сработал. Два, пол моего мира разломался. Ну, четверо. Вот эта часть, которая сзади меня, вот та, она разломалась. И я там чуть-чуть восстановил, но еще нужно будет восстанавливать. И второе, что я хочу сделать в этом сезоне, я хочу построить еще много чего другого. Ну а вы обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропускать новые сезоны, серии, рубрики на моем канале с Фуси. И да, она опять поменяла скин. Если она будет с этим скином больше недели, я снесу вот тут ее памятник. Вообще-то не опять, а я пять раз поменяла скин. Ну, неважно. В любом случае, я снесу. Ну, а мы погнали! Именно в этой серии как раз мы будем восстанавливать мой фитнес-бассейн. Вот этот, который наполовину снесло. Да, вот так. Даже больше половины снесло. Ну, да. Короче, Фусь, смотри, я тебе расскажу длину. Вот, как к нам кто-то опять вступает. Как всегда. Ну. Утопиться решилась. Как бегать быстро, так и плавать. Воу. Оп. Вот примерно, по-моему, вот такой длины у нас будет бассейн. По-моему, вот такой был. Давайте еще на вот так 3 блока. Сейчас в высоту нужно сколько там. Сейчас нужно вот так делать линию. Оп, 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 оп. А, ну понятно, уже высоту. Вот так застраивай. Все. И давай вот так делать. Теперь с другой стороны так же делай. Такую же линию. Значит, надо снять блоки. Вот эти блоки. Ты взяла? Да, этими же блоками. Оп, оп. А, он мне просто лагает, и не могу быстро. Вот просто ты в моем мире поэтому не лагает. У меня просто лагает. Подписчики не дадут соврать. Я не отмазываюсь. Оп, оп. В окно с капец как чешется. А. Блин, должен... Да, самое нужное. Я должен записать ром-тур, кстати. Надеюсь, скоро выйдет ром-тур. Или не выйдет. Это спойлер. Спойлер, да. Должен выйти ром-тур. Не смешно. А это не шутка, это просто сказал. Ну и что, если я спойлер? И что? Что с этого? Да, спой что-нибудь. Окей. Будешь у нас певицей. Тиктокеры под певицей.
Я знаю, что это за музыка и песня. Я был тиктокером до ютуба. Нет. Нет. Потому что я как бы... У меня реклама высвечивается, я слышу все вот эти песни. Если ты не знал. Так, вроде бы мы почти все... Доделали почти, ну, стены и крышу почти. Сейчас я буду делать вот эту раздельную штуку. Ой, что я делал? Какой-то тупизм у меня. Оп. Да, я вам сейчас пока делаю, расскажу, почему же все эти дни не было роликов. Как раз я тут восстанавливал все вот это, тут чуть-чуть восстанавливал. А, нужно тут осветить. А, ща, подожди. Подожди, тут сколько? А, только один, смотри. Так, оп. Оп. Сколько там? Спустя сколько блоков? Спустя один. Фуси, застраивай тут пока. Второй этаж. Вот этот. Я пока тут стекло делаю. Так, господи, что такое гайд? Не поставить блока даже. Подожди, я сейчас сделаю. А ты смотри, сделай тут вот эти дырки, заделай их вот этими блоками. Сделай вот эту линию. Ну, поняла, да? И потом заливай водой. Нет, здесь вода все идет. Здесь все вода. Здесь вода идет. Вот здесь вода. Да, здесь вода идет. Оп, оп. Так. Ну, короче, я начал восстанавливать все вот это и... У меня сломался экран, и мой папа отвез мой телефон в ремонт. И вот только вчера он приехал, и я сейчас с новым экраном. Мы стекло меняли. Поэтому Господи, я опять что-то сломал. Я с новым экраном, и мне теперь удобнее играть. И этот экран даже, считай, поярче для меня немножечко. Я ее тоже слышу в рекламе. Не знаю, мне высвечивается, господи. Странно. Да, китайские звуки. Пусть пугается. Так, ну какие-то вот эти... Не бойся, ничего. Так, нужно взять фонари и осветить эту зону. Осветить эту зону, потому что она слишком темная. А теперь нужно сделать стекла в этих стенах наших. Они прям огромные, как я понял. Плюс лагает, это вообще крутяк. Прямо экстремал в прямом эфире. Экстрим. Я двигаюсь, как улитка ходячая. Еще даже блоки не могу поставить. Что происходит? Господи, короче, в жопу эти стёкла. Эх.
Я пойду что-нибудь другое делать, например. Да господи, что мне эти смс-ки приходят? Комплиментами Сари. Она же все ждала, что... Короче, я это как бы записал. Я включил камеру вообще тоже. Как бы. Спой что-нибудь еще раз. Я могу, конечно, красиво петь. Пой. Я стесняшка. Не, реально, на самом деле, я умею хорошо петь. Пей. Мне раньше... Ну, пой, вот, пей, мне... бухай. Пой, пей, бухай. Говорили, иди на голос. Голос дети. Да, А девки, это у тебя самооценка повышенная, ты чё? Я ж правду говорю. Так, осталось сделать всё внизу. Вроде бы кафешку мы сделали. Освещение там внизу плохое. Нормально. Фуся... Очень плохое освещение. Фуся расставляет тут всякие... Тут смотри, под расставляй вот этими блоками, вот этими ступеньками, вот этими. Угу. Вот так, то что 2, через один блок 2, через один блок 2, через один блок 2, и вот тут так. Ты уже все сделал. 2, 2, 1. Я молодец, все. А здесь что будет? А здесь я сейчас там сделаю кое-что прикольненькое. Сломалась! Это я сломал. Поздравляю. Я починю, я починила. Поздравляю. Кто молодец? Мы молодцы. Блин, как же мне так сделать-то? Ща, мне нужно... Да, это наша коты мяукают, ты говорил тут. Опа, оп! Молодцы, мы молодцы. Ой. Тенс. Починишь? Конечно. Без проблем. Вот так, все, давай. Так, ща, подожди. Сейчас самое ключевое. У нас здесь будет кола и спрайт. Пепси. Не, знаешь, это Пепси и Пепси Зеро. Это напитки, типа? Оставь вот так. А надо... А внизу надо тоже... А, нет, все поняла. Так, все. Вот так. Прикольно, кстати, придумал. Это у меня так и было. А вот здесь надо сделать... А вот здесь надо сделать Кока-Колу. Зачем? Не Ой, надо. Не Кока-Колу, а этот. Не надо! Не надо, Фуси. Здесь! Здесь! Не надо! Окей. Здесь не надо, не надо. Так. Самое ключевое — красота. Ключевое — красота. Оба. Оба, оба. Оба, 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 ба, 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 ба. Баба. Я по жизни баба. Моё. Фуся, сделаешь окна тут, пожалуйста. Вот как я сделал, вот такие же похожие. Угу. Такие большие, широкие. Чтобы прям видно их было. Такие большие, что прям не видно было. Да, чтоб прям их вообще под микроскопом можно было увидеть. Вот так вот, да? Да, вот такие, да. А чё? А чё, прикольно получается. А чё? Вроде ничего.
Здесь надо коврик постелить. Не надо, тут коврик никакой. Не надо коврик. Коврик не надо. А чё? Бриллианты в золоте дарил и комплиментами сорил. Она же всё ждала, что её сердце скажет да. Зачем она тогда чувство солгала? Ой, не могу. Ой, господи. Я не стараюсь петь, я не стараюсь петь. Ну, это видно, да. Ну, это не оскорбление, если что. Было бы оскорбление, я бы тебе сказал. Я к тебе. Ой. Йо, не могу к тебе попасть. Ой, я в блоках застряла. В блоках. Ух, слава тебе, Господи, я выбралась. Слава тебе. Так, освещение внизу же тоже надо. Оно тоже нужно. Поэтому пойдемте. Ой. Так, вот здесь нужно типа вот так сделать, чтобы красиво было. И освещение тут. Ё-моё, да отпустись. Оп. Типично вот так, как тут было необычно. Оп. 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 Ну, вроде бы мы доделали наш плавательный клуб. И получилось очень круто. Но это еще не все, что нам нужно будет восстановить. Нам еще выше крыши чего нужно построить и восстановить.